мои главные МММщики идут. Мои роднушки, да? Привет, привет, вы пришли? Ну идите, становитесь туда, я вас сфотографирую возле Куба Мавроди, да? Это исторический момент у нас. Да, милиция охраняет, администрация охраняет. Так что все здорово. Сейчас я на планшет сфотографирую, ладно? Я это просто на видео включил. Ладно, хватит, да, а то мы тут сами позируем. Да? Молодцы. Здравствуйте. Молодцы. Да, конечно, а как же. Давайте я запишу. Нет, это моя жена, Алексей. Это человек, который отвечает за медицинскую помощь во время пикета. Так что все нормально. Это мои МММщики самые большие, видишь? Самые главные. Да, да, там меньше дует. Вы пешком шли, что ли, да? Пойдем, да.